Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананду Саходитам Си Нанду Нанду Нанг Банде Радхика Чаруно Дайам Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манухарам Ванша Калпатару Вашаки Пасинду Бхаваджа Патитананг Павуне Бхавайшнавебхьо Намо Намаха Мукхан Кароти Вачаланг Пангунланг Хетгирим Ятки Патамаханг Банде Парамананду Мадвам Бриндавай Тусидеббай Пиявай Кесавасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Като Падеше Гаурия Патрашо Пракасане Ча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барану Дхейям сада парибхавагнам авишта духам Тетхас падам сива виринчинутам сараньям Виттатюхам панутапал бхавадипутам Банде махапурушате чарунаравиндам Ятпад паллавана качандамани чатая Биспуржита кима бигабабудушва дарши Пурнану рагара сасагара сарамурти сарадикамай када кипам каруши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Санкиртанай Кавитару Камала Аятакшу Вишамбару Дижавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Санкиртанай Кавитару Камала Аятакшу Вишамбару Дижавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Бандито Дипарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаванурупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамани Аджата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам
Нараяно приямананго мадапхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджушо бадане Лакшмир жасача вакшаси Ясьясте хидая самбид Твам нишингамахам бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Кришна Киртана Гана Нартана Кала Патхо Жани Вражита Садбхакта Валихамса Чакра Мадуто Сени Бихараспадам Карна Нанди Каладханир Бахатуме Дживхамару Прангане Си Чайтанна Дая Нидета Бадая Ялсат Кришнат Киртана Гана Нартана Кала Патхо Жани Вражита Садбхакта Валихамса Чакра Мадупо Сени Бихараспадам Карна Нанди Каладханир Бахатуме Дживхамару Прангане Си Чайтанна Дая Нидета Бадая Ила Судха Сардхуни Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру Гауди Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что мы преданные Гаудии, мы готовы потратить литры и литры крови для того, чтобы помочь освободиться обычным людям этого общества. Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что мы, Гаудия, преданные Гауди Матха, наш, каждый участник нашего движения, они готовы потратить литры и литры крови для освобождения обычных этих душ этого общества. Мы всегда готовы. Но суть в том, что они хотят избавиться от майи или нет, в этом большой вопрос, главный вопрос, хотят ли они избавиться от влияния майи или нет. Шрила Прабхупада говорил, что те, кто развили шастрия-шрадху, и те, кто развили локик-шрадху, то есть два вида веры, которые можно наблюдать в этом материальном мире. Первое – это локик-шрадха, такая легкая вера, видя наших родителей, бабушек, дедушек, там каких-то преданных. Мы заинтересованы как-то подражать им, делать так же, но не имеем никакого основания духовной силы, какого-то философского обоснования. Это наша вера, это такая легкая вера, просто подражательство, что мы кого-то увидели, хотим быть как они, пытаемся как-то делать то, что они делают, но понимания, что такое бхакти, у нас нет, нету представления о гуру вайшнава татве и всем остальном, просто мы видим, как дети видят родители свои, как-то подражают им. И такая легкая вера зовется. Если какие-то люди приходят в наш мат с такой легкой верой, то через какое-то время вероятность их падения очень высока, поскольку их вера очень легкая, такая, но не имеет никакого основания под собой.
Но когда мы развиваем шастрия шадху, когда мы развиваем такую крепкую, твердую веру на основе шастр, то мы обретаем силу. Но эта шастрия шрадха может развиться только после настоящей саду-санги, без, не слушая харикатхи с лотосных стоп чистых преданных, с лотосных уст чистых преданных, не и те, кто развили такую твердую веру, они, как правило, остаются на духовном пути. Какие-то проблемы могут возникнуть, но все же они не уходят с пути баджана. Но люди, обладающие легкой верой, большинство людей имеют такую легкую веру, а твердую веру на основе шастры не каждый имеет. И поэтому, если какие-то проблемы относительно сиддханты и другие мелочи, которые возникают, они никак не влияют на тех преданных, у которых сильная вера. Люди думают, что они могут совершать харибаджан, не служа гуру вайшнавам, но это не так. Много раз Шрила Прабхупада говорил, что те, кто принимают решение совершать харибаджан, не служа гуру вайшнавам, они не могут стать успешными. Много раз Шрила Прабхупада говорил, что те, кто служат Гуру Вайшнавам, они служат Бхагавану. Те, кто служат чистым Гуру Вайшнавам, они служат Бхагавану. А те, кто избегают служения Гуру Вайшнавам и хотят делать что-то, какую-то Бхагавад-севу непосредственно Бхагавану, то такое невозможно. Те, кто сахаджи, они избегают служения чистым Гуру Вайшнавам. И Шрила Прабхупад говорит, большинство людей We are Aganuga devotee, they like to prove it. But ultimately they cannot come out successful. That is the main problem. То есть они пытаются доказать, что они какие-то преданные, Рупануга или Рагануга преданные, но без толку это все, если они пытаются служить Бхагавану непосредственно. Иногда случаются чудеса. Не получив дикши, не ходя в Гурукулу, иногда какие-то чудеса случаются, но это очень редко. Можно иногда видеть, что какие-то люди, у них нету гуру внешнего. Как Парикшит Махарадж, у него не было гуру. Нельзя найти Бхагаватам, где говорится, что у него был какой-то гуру, посвящение он ни у кого не получал. Вишвапару, Бали Махарадж, у них не было дикша гуру. Но как они достигли лотосных стоп Бхагавана? В этом главный вопрос. Сам Бхагаван говорит Удаве, что только благодаря сатсанге, и несомненно только такая сатсанга, не какая-то обычная, как настоящая сатсанга, благодаря сатсанге может достичь лотосных стоп Бхагавана. Это удивительно. И вот Бхагаван говорит, иногда случается так, если изучить эту философию, почему это случается, после получения дикши мы не можем прогрессировать в нашем баджане. И вот после получения дикши, почему некоторые не могут прогрессировать на пути баджана? Множество причин. Может быть, кто-то не принял настоящего гуру.
или, может, не по-настоящему принял посвящение или мотивы его, не настоящие, скажем, ложные, какие-то посторонние, поскольку люди пытаются понять пользу того, куда они стремятся. И вот они, кто-то стремится каким-то деньгам, кто-то к дешевой славе, кто-то еще к чему-то. Но если люди не понимают пользу Бхагавана, если они не могут понять пользу Бхагавана, то как они могут обрести, достичь этого Бхагавана? Для начала нужно понять, зачем это все нужно, зачем стремиться достичь Бхагавана. И поэтому у них нет потребности такой. Но должна быть потребность в экономике. Мы знаем, есть такой закон, такой, что спрос рождает предложение. В европейском, американском обществе их вот экономика, она, ну вот этот спрос, он следует за предложение, следует за спросом. Но в Индии искусственные кризисы часто бывают. Вроде все есть, но как-то не дают предложения быть на рынке. Один спрос, чтобы цены задирать. И вот в нашей жизни мы должны иметь настоящую потребность. Если нет потребности в духовном развитии, в достижении Верховного Господа, то этого, соответственно, не будет. Если нет такой потребности, то что делать? Можно спросить себя, хотим ли мы достичь Бхагавана или нет. И тогда ответ естественным образом придет. Если нам нужен Бхагаван по-настоящему, то мы достигнем его. Если нам нужен Бхагаван, то тогда мы достигнем его в этой жизни. Ну, я думаю, не все понимают, какой смысл в достижении Верховного Господа. И поэтому проблемы возникают. И вот спрос, предложение следует за спросом. Если мы хотим Бхагавана всем сердцем, то, несомненно, мы сможем достичь уже в этой жизни. И может быть много причин, почему мы не достигаем успеха. Первое, может, наш гуру не настоящий. Или, может быть, мы недостаточно искренне, что гуру доводит настоящий, но искренности не хватает в нас. И множество других причин, по которой мы не обретаем силу в баджане. Кто-то принимает сафановую одежду, саньясу или еще что-то, но что толку, если нету силы внутри. И в то время как Бхагаван говорит Удаве, много таких причин. Те гопи, они никогда не отправлялись в Гурукулу. Яги, эти жены брахманов, тоже никогда не ходили в Гурукулу, не изучали ни вед, ни упанишат, вообще ничего, никаких гуру у них в жизни не было. Но как чудесно они обрели лотосные стопы Бхагавана Шри Кришны и стали настоящими преданными Кришны. Какие-то демоны, Вишвапарва, Бали, они демоны. Но все же они достигли лотосных стоп Кришны. И какова причина за этим? На самом деле, и сатсанга. С помощью сатсанги в нашей практике преданности вначале всего мы обретаем такую предварительную веру. И после того, как мы достигли и обрели такую предварительную веру, сатсангу, у нас какой-то интерес возникает, и потом мы ищем гуру. Услышав о духовном пути от Вартма Падарша Гуру, это тот, кто... Ну, тот, кто вдохновил нас на какую-то духовность в начале, ну, это буквально от кого мы узнали о духовном пути, потом мы
узнаем о том, зачем нужно служить Бхагавану, зачем достигать Верховного Господа. Опять нам нужна сатсанга для этого. И вот перед тем, как войти на путь Баджана, нам нужна какая-то сатсанга. И потом, когда мы получили посвящение, сатсанга, саду-санга, она тоже очень нужна. Это уже будет такая особая сатсанга. И эта сатсанга очень благоприятствует нашему духовному прогрессу. Благодаря сатсанге мы можем вступить на путь баджана, а до этого баджана крия. И если мы приняли прибежище у подлинного гуру, и если у нас есть шаранагати, то все проблемы они решаются автоматически. Если во время дикши мы получили прибежище лотосных стоп великого преданного, если мы предались ему по-настоящему, то тогда все проблемы решаются сами. Если какой-то недостаток чего-то, что у нас нету, недостаточно образованный, недостаточно знающий, недостаточно еще чего-то у нас недостаточно, то это все как бы покрывается чем-то другим. Главное, если у нас шаранагати, если у нас есть шаранагати, то другие качества, они автоматически сами придут к нам. Я могу привести множество примеров с нашего Гауди Матха, Гири Махарадж, Сага Махарадж, Арани Махарадж. Я могу привести множество примеров. У них нет образования внешнего, не было. Но когда они говорили Харикатху, то уважаемые люди, профессора, какие-то ученые, философы, они спрашивали, где вы учились, где вы получили вашу ученую степень. Я не говорю какие-то истории, могу книги показать. И слушатели, которых слушали, они удивлялись тому, как, насколько хорошо они говорят, хотя внешне они не были образованы. Это сила, силы Прабхупады. Много таких случаев, Джаджара Госвами Махарадж, когда Шрила Прабхупад провозгласил, что он должен идти на собрание, на Дарма Сабху, там ты должен представлять Гауди Матхи, он начал плакать от беспомощности, там великие пандиты, что я буду там делать. И вот, все же Шрила Прабхупада сказал, что ты должен идти, это мое желание, моя воля. И вот он повторил вандану, он молился Шрила Прабхупаде, и когда начал говорить, все пандиты были восхищены, начали кричать «Саду, саду, очень хорошо, замечательно». Они были восхищены его харикатхой, его лекцией. Великие пандиты с точки зрения обычных людей. Вот и ученые, которые там присутствовали, профессора. Карпатри там был. Карпатри один из знаменитейших майявади. Он был очень отречен. Например, никогда не всегда ходил пешком, босиком, без всяких транспорт. Мало того, что транспортных средств даже в обуви не ходил, ел только руками. Он был майявади, но был необычайно отречен. И вот на Кумбхамеле там было большое собрание этих пандитов с различных сампрадай. И вот со всех сампрадай пандиты собрались там, и там наш Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж был там. И вот от имени Гауди Матха Шрила Прабхупад, он тоже организовал какие-то эти, наши палатки, это на Кумбхамеле, для проповеди. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он был представитель Гауди Матха, все великие пандиты говорили.
Даже Кхагапатри и остальные, они встали, ну, поприветствовали его. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, ну, в общем, они все были восхищены. Шрила Мадхава Госвами Махарадж обычно он не изучал ни веды, ни веданту, а он совершал гуру сева. Но благодаря этому служению знание оно само явилось в его сердце. Какие-то люди думают, что могут читать книги и говорить харикатху, давать какие-то лекции, но читая книги, этого мало. Шрила Прабхупада много раз говорил, это зависит от того, насколько мы вдохновлены, насколько мы хотим совершать гуру Вайшнава сева. Много раз Шрила Прабхупада говорил об этом. И вот много учеников спрашивало, кто спрашивали, кто лучше всех служит вам. Шрила Прабхупада сказал, тот, кто развил огромную любовь к лотосным стопам гуру Вайшнавов, тот служит лучше всех. И вот он не давал какого-то конкретного имени или ответа. Он говорил так. Такой ответ давал конкретный, но без имени. Посмотрите на себя, если у вас есть огромная любовь и влечение к служению гуру Вайшнавам, автоматически вы чувствуете влечение к гуру Вайшнавам. Не то, что вы даете какие-то деньги, это считается гуру сева, нет, этого мало. Вы должны исполнить желание сердца гуру Вайшнавов, как в этой шлоке Сочетания Манобишта. Просто читая книги, этого мало. И вот. И вот та причина, по которой Парикшит Махарадж, Вишу и остальные, почему они обрели лотосные стопы Кришны? Хотя мы получили дикшу, пытаемся совершать баджан, делаем все, что можем, но успех не приходит к нам. Какова причина? Причина в том, что у нас нету настоящей веры в лотосные стопы гуру Вайшнавов. И поэтому много раз я говорил, если у нас есть какой-то недостаток, мы верим, например, на 95%, а 5% — это, получается, осквернение Майава Двичара. Все мы в той или иной степени осквернены Майава Двичаром. Кто-то на 5%, кто-то на 2%, кто-то на 10% или 20%. Даже если на 1%, то все равно этого мало. Когда все наши сомнения кончатся, исчезнут, и мы поймем, что Гуру Вайшнава не отличный от Бхагавана, то тогда мы достигнем настоящего успеха, и мы почувствуем, что наше тело трансцендентно. Мы не будем чувствовать никакой усталости, говоря харикатху или повторяя харинам. Так по-хорошему мы должны повторять лак 100 тысяч святых имен. И вот когда вы достигнете этого уровня, то вы не будете чувствовать никакой усталости от такой духовной деятельности. И хотя внешне мы можем видеть, почему я говорю так, поскольку сегодня у нас день ухода вроде Мадхусудана Дас Бабаджи Махараджи, вот к этому приурочено. Вот Парикшит Махарадж говорит, только слушая харикатху от лучшего из Парамахамсаварьи Шукадева Госвами, его посвящение было завершено. Просто это случилось, когда он слушал Бхагаватаму. Вот Шукадева Госвами, смотрите весь. Бхагаватам — это сам Шри Кришна. И вот когда Шукадева Госвами
он дал Бхагават-таттва-расу. Бхагават-таттва Вигьяну Парикшит Махараджу, это значит, что автоматически Шукадева Госвами дал ему Кришну в его руки. И то же самое, когда Шрила Прабхупада, он дает нам мантру, через мантру, что он дает. И что такое мантра? И мантру, которую мы получили от гуру, не отлично от гуру. Гуру не отлично от мантры, которую он дает. Эта мантра не отлична от самого Шри Хари. Кто-то думает, что это какая-то аллегория, ну, что-то теория, но это по-настоящему так. Подлинная мантра, настоящая мантра не отлична от гуру и от самого Шри Хари, который есть Верховный Господь. И вот, услышав Бхагават-катху, что мы можем обрести? Гаудья-сиддханта. Такова. Шриман Бхагаватам Праманам Амалам Према Пумартам Аханам. Вот, услышав Бхагават-катху, мы обретем прему на 100%. Это то, так, но почему мы не обретаем? И вот, услышав Бхагават-катху, настоящую Хари-катху, из правильного, достойного источника, мы, по идее, должны обрести Кришна-бхакти. Но почему этого не происходит? Ну, смотрите, Парикшит Махарадж достиг успеха, он обрел прему и сварупсидхи. А почему с другими это не случилось? И вот в этом материальном мире мы можем получить максимум прему, а потом, когда мы оставим тело, материальное тоже что-то более следующего уровня мы можем обрести. И вот только слушая Бхагават-катху, Парикшит Махарадж обрел сварупсидхи Кришна Праму. В то время после, что кто-то получает дикшу, повторяет харинам день и ночь, но не обретает прамы. Почему? Видимо, какая-то проблема возникла в процессе. И мы должны с помощью гуру Вайшнава выяснить, что за проблема, и избавиться от нее. Мы должны определить свое положение и наши дальнейшие действия. Если мы делаем что-то, ну, как баджан, как попало, то ничего не достигнем, соответственно. И вот Парикшит Махарадж, услышав Бхагаватам, он достиг сварупсидхи. Но мы почему, получая дикшу, не достигаем этого, только благодаря сатсанге. Прахлад Махарадж, он тоже не получал никакой дикши специально. Он только слушал Бхагаватам от Нарады, и то находясь в чреве матери. А дикшу или мантру специальную не получал ни от кого. И только благодаря сатсанге мы можем развить самбандхагьяну и прему в дальнейшем. Только благодаря сатсанге. И вот И даже благодаря общению с сочетанием Махапрабху, даже эти животные, птицы, они то достигали, получали прему и достигали такого уровня. Коровы. Кришна, когда играл на этой... И вот когда эти животные, птицы слышали звук флейты Кришны, эти животные застывали.
они не могли двигаться, они были очарованы, и эти телята, они пили молоко у коров. И когда они слышали Вамшидвани, они переставали пить молоко, их уши, они буквально пили этот звук флейты Кришны. Это очень редкий случай. И сатсанга, я говорил в Джайвадхарме, говорится, что даже лавамату саду санга, даже часть, это секунды, это лавамата. И с одной секунды разделить на 11, вот это даже 11 часть секунды сатсанги, это более чем достаточно, чтобы достичь Кришны, лотосных стоп Бхагавана. И вот сатсанга, если мы совершаем сатсангу от всего сердца, настоящую сатсангу, я могу гарантировать, то в этой жизни мы достигнем успеха, но есть много вещей в нашем сердце, какие-то самскары, наши какие-то желания, предпочтения, настроения, какие-то это, ну и все остальное, предубеждения какие-то, не все могут принять саду как такого вселенского саду. Мало кто может принять саду как какого-то такого вселенского саду, как ученые. Как ученый, по идее, как по идеалу, должен быть ученый там такой мировой, а не принадлежать какой-то конкретной стране. Вот тут ученый какой-то был индийский. Какую-то теорию выдвинул индийского правительства. Ни денег не было, ни интереса к науке никакой. Никакого. И вот, в общем, тот отправился в Америку. Там американцы его послушали. Дали какие-то возможности для продолжения его научной деятельности. Он вскоре Нобелевскую премию получил под именем американского ученого. Но так по-хорошему те ученые саду, они должны быть такие, ну, вселенские, общие. Мировые, а не принадлежать или отождествлять себя с какой-то страной или с каким-то местом. И таким образом, если мы совершаем баджан с незапамятных времен, саду, он такой, он должен быть мировой, вселенский. Зачем отождествлять саду с каким-то Гаудиаматхом или еще с кем-то? Саду, он для всех, для всей вселенной, для всех живых существ, не только для людей, а для животных и всех остальных живых существ. Как ученый, если он открывает какое-то изобретение, пользу от него получают все. И вот Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж, если вы услышите о нем, вы будете удивлены. Он происходил из известной высокой браманской семьи из Бангладеш. Он родился на территории Бангладеш и бывшей Индии. Вот он жениться не хотел, но родители его женили. И в первую ночь, и вот он ушел из дома, отправился во Вриндаван. Не хотел жить материальной жизнью, совершать баджан не хотел. Что же делать, где же он обретет гуру? Он был новым, но первый раз во Вриндаване, никогда до этого не был. И вот сидел на берегу Ямуны и плакал, что мне нет, не знаю, что делать, кто мне поможет, где же обрести гуру. Я слышал, что без гуру никто не может совершать настоящий баджан, и вот я хочу обрести гуру, хочу совершать харибаджан. И вот он сидел на берегу Ямуны и плакал. И вот тем временем
И вот сказал, в общем, там какой-то саду появился, сказал, что можешь дать мантру, иди, прими омовение в Ямуне, получишь мантру. И тот посмотрел на эту саду, восхитился им, он был очень могущественным, это чувствовалось. И вот он пришел, принял омовение, пришел назад и получил дашакшар мантру. Есть восьмисложная мантра, есть десятисложная. Они все могущественны. И вот у нас восьмисложная мантра. И вот он Дасаду дал ему мантру. И потом, получив мантру, он чувствовал какое-то необычное чувство. И вот он открыл глаза, и этого саду уже не было. Как в случае с Гопакумаром. Гопакумар получил мантру, и тут гуру исчез. Он начал плакать, куда же Гурудев пропал. И вот время от времени он встречался с Гурудевом на берегу океана в Пури, в Нилачалакшетре. И вот, но Гурудев так часто куда-то внезапно исчезал. И таким образом, что случилось? Вот он говорит, и вот, в общем, он понял, что ему шикшагуру нужен, поскольку Гурудев мантру дал и ушел. Ну, еще можно наблюдать во многих организациях, и какая-то вся партийность есть. Говорят, не ходи туда, не ходи сюда. Очень так, ну, такая, в общем, у них партийность. Думаю, что Бог это не... Ну, в общем, сознание, не сознание Бога у них, а сознание организации. И вот, если мы получили дикшу, и наш Гурудев не объяснил, что такое дикша, какую мантру нам дал, что мы должны делать, то как мы можем прогрессировать? И ну, сейчас, сейчас можно наблюдать, что как-то несерьезно подходят к процессу давания и получения дикши. И вот, когда вы получаете дикшу лотосных стоп садгуру, если вы искренне и преданы, то Гурудев он вас будет вести дальше. Это уже не ваша забота. Если вы по-настоящему искренне и преданы Гурудеву, то Гурудев поможет вам. И настоящее значение дикши. Дикша значит, если я предан лотосным стопам Гурудева, то все. Как можно вот привести пример с стогом сена? Его можно зажечь буквально искрой, и он сгорит. И такая же сила в дикше. Полученный от подлинного гуру, такого как Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакура или Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж Санита, это буквально искры дикши могут сжечь целый сток наших грехов. Их дикша подобна огню. Если мы преданы им, то все наши...
By the mercy of Nityananda, the universal Guru, Nityananda. Original. И вот можно увидеть, как на примере Джагая Мадхая, по милости Нитянанды, все их грехи они сожглись. Даже Махапрабху сказал, что никто не должен указывать им на их предыдущие грехи. Now they are already changed. They have no right to speak. Point out, hey, you done this, this. No. We have no right to speak about the previous activities of whom? Then, you know, who? Krishna Karnamito, Puru? We have no right to speak. То есть мы не должны указывать преданным на их прошлое, эти, прошлую жизнь, прошлые деяния. И во время дикши все последствия, результаты наших греховных действий, они сжигаются. И в этом сила настоящего Гуру. И вот Шей дехо коре тар чиданунда мой, апракито дехете, коре кишна. This is it, Чайтанья. At the time of дикша, во время дикши, then Садгуру can change all his heart. Садгуру может изменить сердце ученика, и он может стать трансцендентным, апракито чинмой. Шей кале кишна де коре атмашам. Identical with Krishna, identical with Krishna doesn't mean he can become a second Krishna. Тут здесь не имеется в виду, что Жива станет Кришной, она достигнет уровня, на котором находится Кришна, поскольку если Бхакти, Бхакта и Бхагаван находятся на разных уровнях, то как они могут служить? Поэтому джива, она возвышается до уровня Кришны уже и служит ему там, на его уровне. И вот этот Мадхусуд Махарадж, он получил только дикшу и никакой шикши. И вот он пошел, нашел нашего Кришнадас Бабаджи Махараджа на Манаси Ганге, около Гавадхана. Там рядом Баджакутир Санатана Госвами на берегу Манаси Ганги. Харидевджи Махарадж, Гирирадж. Там все рядом. Кришнадас Бабаджи Махарадж. Он попросил каких-то наставлений. И Кришнадас Бабаджи Махарадж сказал, что ты не знаешь, как зовут твоего гуру, в какой парампаре. Ты не знаешь, просто мантру получил. Мантра как бы хороша, но чтобы совершать баджа, нужно выяснить, в какой парампаре ты находишься, кто твой гуру. Поэтому ничего тебе сказать не могу, лучше иди к Джая Кришна Бабе. Он из Сидда Махатма в Камьяване, я тоже там жил. Махарадж там останавливается в этом Сидда Баба Ашраме во время парикрамы. И вот Кришна Баларам wanted to drink water from this in the form of ordinary boy, coward boy. Baba, you have water? Yes. Baba, give me. After that, Baba could realize they are Krishna and Balaram. One black boy, one white boy. Вот однажды к нему пришел кто-то
попросить воду, но это потом выяснилось, что это мы Кришна Баларам были. So this way, by the desire of Bhagavan, sometimes your Gurudev can appear and give everything. И вот иногда по желанию Бхагавана Гурудев может явиться и все вам дать. Then without guidance. Но вот в этом случае Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж не знал, что делать, в итоге решил оставить тело. У вас дикша есть, все остальное неизвестно. В общем, решил оставить тело на Радхакунде. И вот решил, что никто не может не помочь. Гуру Махарадж тоже не видим. Исчез. Не знаю, что делать, куда идти. Решил прыгнуть ночью в Радхакунду, привязать себе на шею этого Гирираджа. И вот он взял Гирираджа, завязал в одежду. Вот такую, гирадшил нашел, килограмм на 5 на 7, привязал ее в это, завязал в ткань к себе на шею, завязал, привязал и решил так утонуть. Но тут внезапно... в общем, он все-таки прыгнул с этим, с камнем на шее в Радхакунду. И тут внезапно кто-то его вытащил из Радхакунды, дал ему этот пальмовый лист в руки. И вот тот пришел в сознание, там на этом пальмовом листе написано было, что нельзя так с тела оставлять. И вот потом он пошел к Кришнадас Бабаджи Махараджу опять, тот сказал, что это признак милости Радхарани, поэтому не беспокойся. Иди на берег Радхакунды и молись, и Радхарани все скажет, если она дала тебе этот лист с записью, запиской, то еще что-то даст, поэтому иди и молись. И вот он пошел и молился там, в общем, тот голос явился с небес, иди на Сурья-кунду, там все обретешь, все совершенство там достигнешь. И мантру, которую ты получил от меня, у тебя нет права никому ее давать. Вот Гурудев ему дал десятисложную мантру, Радхарани то, что там написала на пальмовом листе, и сказала, чтобы учеников не принимать мантру, не раздавать. Что мантра, она только для тебя. И вот Мадхусудан Махарадж отправился на Сурья-кунду. Я тоже был на Сурья-кунде, в Сурья-нарайна храме. И он на севере, а здесь Норд-Ист. В общем, с западной стороны был его Бхаджан Кутир в Раджавасе. Сказали мне, что мы... У нас есть божество, которому поклонился Джаганатас Бабаджи Махарадж. Если вы тут будете жить, мы вот поселим вас сюда и дадим их его божества. Я сказал, что таким образом не могу жить у вас. Ну, в общем, божества там, они в доме какого-то в Раджавасе до сих пор. Они посоветовали мне, если ты... Ну, в общем, они там предлагали Махараджу остаться, совершать баджан, божество ему отдадут. Я подумал, что делать, и понял, что это не указание Шрилы Прабхупады.
и наша процедура очень сложна. Наш путь баджана и проповеди имеют одинаковое значение. Наш баджан и проповедь, они имеют одинаковое значение. Если мы думаем, что харикатха отлично от баджан, это неправильно. Харикатха — это наилучший баджан. И когда для нас харикатха, проповедь и баджан имеют одинаковое значение, то есть можно было просто жить там и есть чапати, адвраджаваси, и ничего не делать, но Гаудия Баджан, он более сложен. Если мы не сможем найти гармонию со всеми, в смысле в процессе нашей проповеди, не каждый сиддха махатмати, возвышенные преданные, у них есть особая сила, я не знаю почему. Любые люди приходят на духовный путь, они чувствуют, что гуру их очень любит буквально. И вот это... Да. Если по милости Шрилы Прабхупады вы найдете какую-то гармонию с преданными, это будет очень хорошо. But I don't like to do it because it is not the order of Prabhupada. So, и вот Джаганнадас Бабаджи Махарадж начал совершать баджан, и Радхарани уже сказала, если ты там в воде на определенном расстоянии, ты найдешь красный камень, и этот камень, это особый камень, на котором я А вот когда я поклонилась Сурья Нарайана Бхагавану, я со своей сестрой Нанга Манджари, мы на этот камень складывали свои украшения и принимали омовение, меняли одежду, и вот этот камень, он расплавился, там можно, ну, в смысле, на этом камне ты можешь увидеть, как этот камень расплавился от того, что мы клали на него свое украшение, и ты вытащишь, если вытащишь его и будешь поклоняться ему, то ты обретешь благо. И вот и до сих пор этот камень там есть с отпечатками их украшений. И вот Бабаджи Махарадж, он поклонился этому камню, плакал. Но Мадхусудана с Бабаджи Махарадж в соответствии с указанием Радхарани никогда не давал никому дикши. Но наш Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он получил Бабаджи Виш. И в итоге было обнаружено, что Мадхусудана Бабаджи Махарадж в преемственности Вишванат Чакраварти, это позже было обнаружено, как в нашем случае. Это не было, в какой преемственности мы какие-то сахаджи, срадакунды, в общем, что-то говорят, но по милости Гуру Вайшнавов я написал книгу «Каковы ваши сомнения в Мадхава Гауди Сампрадае» лет 15 назад. Махарадж написал эту книгу, дал ее этому Анантадасу. Сейчас он умер. В общем, я дал ему книгу. Чтобы он что-то возразил ему. Не нашлось ничего, чтобы возразить. Амар Прабху Катха называется. Вот, Махарадж 15 лет назад опубликовал эту книгу.
В общем, обнаружилось, что мы в преемственности Адвайта Гасая. И вот Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж, что он обнаружил, то, что он в преемственности Вишванат Чакравати Пад, Вишванат Чакравати Пад, и он получил мантру с их этой сампрадай. Но можем сказать, что он в Бхагават Парампаре, поскольку Баладевиде Бушан был его этим преемником. И, в общем, Бхагават Парампара, она более практична. Если поискать гуру Баладевиде Бушана, то вот Вишванат Чакраварти, он мантру не получал, просто наставление. Поэтому здесь Бхагават Парампара, она более практична. И вот это вот Махарадж перечислил этих нашу гурвагу Бхагават Парампаре. И вот Мадхусудан Дас Бабаджи Махарадж так достиг успеха, получил даршан Радхарани. И вот он и вот есть много вещей, которые нужно сказать, но времени мало. И сегодня день явления Бхакти Дживан Джанардан Госвами Махараджа. Бхакти — это была жизнь. Бхакти — это была его жизнь, Бхакти Джива. Поскольку нет практически, ну, мы, и мы не знаем, какой великой личностью он был. Он получил посвящение, принял прибежище у Шрилы Прабхупады в очень молодом возрасте. Я слышал от его учеников, что он не дикша, а родился в династии Рай Рамананды, ну, каких-то из его, ну, этих пятиюродных или четырехюродных, какой-то родственник. Very nice, so soft personality, so soft personality. He took diksha from Bhakti Siddhanta. И вот он получил дикшу от Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханта Сарасвати. И он получил саньясу от Вайконас Госвами Махараджа. Я говорил Харикатху. И вот наш Бхакти, Вайканас Госвами Махарадж, Бхакти Гурава Вайканас Госвами Махарадж, он был Радж-пандитом, царским этим священником. Вот Махарадж рассказывал, как Сурья Бхагаван к нему пришел, он поклонялся ему, вот он происходил из высокой семьи, и вот когда он пришел, Шрила Прабхупада хотел дать ему служение в читании мантры.
Brahman excellent, but more than Brahman. Excellent not from Brahman heritage, but is more than Brahman. His simplicity. All 18 different Puran. И вот все. Он мог ответить на любой вопрос о 18 Пуранах. Он был такой Пуран-бхакта. Ну, в смысле, знаете, наизусть знал эти 18 Пуран и мог часы за часами их цитировать, рассказывать. Он был очень простосердечен и имел огромную любовь к вайшнавам. И все, он всегда служил Гуру Вайшнавам. И вот после того, как он Шрила Прабхупад ушел, он был настоятелем храма Читак Парвати в Орисе. В Чайтанья Матхе служил в Южной Индии, где-то в Гоколе, в различных местах. Он был не привязан ни к деньгам, ни к положению, ни к чему. И все, что приходило, по желанию Бхагавана, он принимал это. И после ухода Шрилы Прабхупады он принял саньясу. И Шрила Прабхупад отправлял его на проповедь с другими вайшнавами. И вот он помогал им. Он мог говорить истории, пураны цитировать, но обычно обычно он не говорил ничего, ну, не как сказать, ездил с проповедниками на проповедь, но не проповедовал. Ну, просто ездил, что-то помогал в чем-то. В то время Рамананда Прабху, наш Шридхар Госвами Махарадж, Бондарев Госвами Махарадж, Нанда Суну Брамачари, Госвами Махарадж, Апракрита Прабху. И вот они говорили. Ну, хотя вот, он мог говорить Хари Катху, но обычно не говорил. И вот после ухода Шрилы Прабхупады, что делать? По желанию Бхагавана возникла такая ситуация, и он решил И вот Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж, Вайканадас Махарадж, они его очень любили. И вот он жил в их храмах и в Каракпуре в итоге. В Субашпале Махарадж там один раз был. Лет 10 назад Махарадж посетил их матха. Говорил Хари Катху, полтора дня там находился. И вот так или иначе, Тирабхав и Авирбхав, явление и уход вайшнавов. А, ну вот, в общем, у него там... В общем, вот у него 17-го вроде был день явления, а сегодня... А то день ухода был, а сейчас день... Это... явление. Ну, в общем, там праздник делают такой, чтобы день явления уход был, но буквально несколько дней разница, поэтому отмечают одновременно день ухода и день явления. И вот Махарадж,
И также он близко дружил с Бхактивиданта Вамана Госвами Махараджем. И по желанию Бхагавана он в этом Субхаспале, в Каракпуре, построил матх и хотел там установить божества и божества силы Мурти, силы Прабхупады. И вот он заказал эти божества в Джайпуре. И когда бы какой-то великий преданный, он даже заказывается божества где-то, то вы можете понять, что эти божества, они самопроявленные. Когда обусловленная душа из-за денег заказывает какую-то скульптуру, какому-то скульптору, это не то. Это нельзя сказать, что это самопроявленное. Когда возвышенные преданные, как Джанардан Махарадж, или Пури Госвами Махарадж, или Шридхардев Госвами Махарадж, если они заказывают какие-то божества, то эти божества становятся самопроявленными, как в случае с Сарбоги, когда была церемония Викраха Пратишти, Шрила Прабхупад сказал Рамананди Прабху, чтобы тот почистил, помыл эти божества, тот предложил им гирлянду, но так не специально, просто от сердца предложил гирлянду, и Шрила Прабхупад, когда зашел, спросил, что тут делать. Божество уже установлено, он просто открыл. Ну, открыл там штуку, посмотрел на божество и сказал, что они уже установлены, и их не нужно устанавливать. И Шридхар Махарадж, он начал плакать. Он подумал, что он совершил какое-то оскорбление лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И вот он очень горевал по этому поводу, и Шрила Прабхупада сказал, что помни, те, кто И вот Шрила Прабхупад сказал, что те, кто полностью преданы лотосным стопам Гуру Вайшнавов, они не могут совершить никакого оскорбления. И вот, когда возвышенный преданный, он заказывает божество у какого-то скульптора, то будьте уверены, в соответствии с желанием этого преданного, эти божества принимают форму. И поэтому эти божества, когда приехали в Баджан Кутир, какой-то транспортной компании из Джайпура, и вот когда эти Мурти Шрилы Прабхупады привезли, то он сразу пришел с этими принадлежностями для совершения арати и сказал, что быстро открывайте, Прабхупады задыхаются. И вот как только открыли эту коробку с Мурти, он сразу начал совершать арати. Никакой церемонии установки в Виграха Пратишти не было. Просто сказал, чтобы открыли эту коробку с Мурти, и он сразу начал совершать арати. Понимаете, в настроении это значит, что он мог видеть, что Шрила Прабхупад уже в этом Мурти находится. И вот Рамануджа Ачарья также сказал такую сиддханту, когда великий возвышенный преданный, он устанавливает какие-то божества, то у нас есть право кланяться им. А божество установленное непонятно кем, то им кланяться смысла нет. Ну, конечно, Парамхамсы могут кланяться всем,
Но Рамануджачарья говорит, что если какое-то божество, установленное, обусловленное душой или непонятно кем, то кланяться им не обязательно. И даже более того, если божество установлено каким-то великим преданным, но потом он ушел из этого мира, и ему не поклоняются достойным образом, или там вместо духовной преемственности парампары появилась какая-то материальная парампара, то Бхагаван такое поклонение не принимает. Или какие-то демоны захватывают храм и пытаются поклоняться этим божествам, то жизнь из этих божеств уходит. То есть это уже не божества, а идолы становятся. Поскольку их игнорировали какое-то время долго. И, то есть если не поклоняться божествам, они достойны, то жизнь из божеств, она уходит. Хотя эти божества были установлены там великими преданными. Вот Махарадж сможет показать такие храмы, которые вроде основы, такие божества, мурти, которые вроде призваны великими преданными, но потом они ушли из этого мира, остались этим божества, поклоняется им, кто попал и как попало, и в итоге. И у этих божеств жизни не осталось, она все ушла. Или если им поклоняются люди, которые не верят в эти божества. И вот один Махарадж, Бхакти Камал Мадхусудан Махараджа, ученик в Гирирадж, очень много Вратхан, его пригласили установить какие-то божества. Я не поехал. И потом и, в общем, там Вигаха Пратиш, что он произвел, потом пошел на парикраму. На следующий день приехал и увидел, что у этих божеств те же тулати, та же гирлянда, та же одежда. И вот очень опечалился, видя, что этим божествам никто не поклоняется, не ухаживает за ними. Вот Махараджа тоже некоторые просят каких-то божеств кому-то дать, но он никому не дает. Просят просто прикоснуться к этим божествам. В общем, Махарадж не занимается этими виграхапратиштами и прочими пуджами. И вот Рамануджачарья говорит, вот если какое-то божество, оно лежит какое-то время без поклонения, никто не поклоняется ему, как с один случай в Калькутте, в Дам-Дам-Даме. Мой Гуру Махарадж там какие-то божества основал, установил, тут потом что случилось, там полиция пришла, храм опечатали, в общем, лет 10-12, а то 15. В общем, стояло закрыто все, то там, в общем, это расследование кончилось, и вот лет через 15 этим божествам продолжили поклоняться. Мой Гуру Махарадж постоянно плакал, и в уме им поклонялся. И вот Рамануджачарья говорил, если каким-то божествам не поклоняются долгое время, и какие-то демоны их игнорируют, но если случайно великий преданный, как Шрила Прабхупада, он кланяется этим божествам, то жизнь в эти божества может опять прийти, причем сразу, моментально, когда Шрила Прабхупада или Бхактивинода Тхакур, он кланяется таким божествам, то жизнь приходит в них, и их не нужно устанавливать, только достаточно, чтобы великий преданный поклонился им.
И вот такой случай в Даке был. В Джуланбаре в 1923 году Шрила Прабхупад говорил Харикатху, объяснял вот эту шлоку Джанма, первую шлоку из Бхагаватам. И вот один преданный попросил его, что если вы установите эту виграху, и Шрила Прабхупад сказал, что зачем слушать Харикатху. В итоге тот его достал, сказал, что хорошо, давай приноси. И вот тот принес Шрила Прабхупад с чанданом предложил чандан, цветы и туласи, и сказал, все готово, установлено. И Джанардан Махарадж, я хочу сказать больше о нем, но времени мало. Пати Таман Павлана Сангюна, я из Рамаса.